Всем привет! Один мой хороший подписчик попросил меня снять нашу шторку, которой мы закрываем бассейн, наш коридор для плавания. Вот поэтому это видео специально по этому сюжету. Вначале хочу показать быстро, вот здесь эти у нас коммуникации. MyPool бассейна у нас марка BVT от BVT Group. Всякие здесь эти табло писсина, кнопки для освещения, для фильтра, там тоже этот фильтр или как насос. Вот, ну что, идем к бассейну. Вот он в закрытом состоянии. В закрытом состоянии. Это пластик. Вот видите, он у нас на воде лежит. Конструкция выдвижная, автоматически заходит, выходит. Вот здесь конец. Активируется вот здесь такой рубильник, скажем, ключ. Нажимаешь, открывается. И чтобы... Ну, это я покажу сейчас позже. И для закрытия. Принцип какой? Получается, это как жалюзи. Внутри, внизу вот этих трапов штанга такая, и на нее накручиваются вот эти жалюзи. Вот. Моторчик он здесь, к нему доступ есть у нас. Сейчас, если у меня получится, у нас тут система трапов. Вот. И, собственно, вот сам мотор. Вот мотор. И здесь вот это как ось, через нее проходит вот так вот вдоль вот эта штанга. Когда открывается, то получается моторчик ее крутит, и она закручивается и выкручивается. Получается бассейн, вот он идет оттуда и до сюда. Вот это все трапы, три трапа. Открываем, чтобы иметь доступ к этой штанге. Здесь тоже трап, скиммер, как скаймер, или фильтр, грубо говоря. Когда фильтр работает, вода циркулирует. Вот. Ну, сейчас попробую открыть, чтобы показать, может, что получится. Потому что, чтобы увидеть, это надо под водой. Ну, вот, в принципе, я один трап, в принципе, он поднимается, и эти тоже. Ну и вот видно, да, вот эта конструкция, это штолина, вот. Не знаю, видно или не видно. И там вот, вот видно, что видно. Не знаю, что вам видно. Получается, штанга, это на нее накручивается, и еще с другой стороны, но это нужно, когда я открою бассейн, я вам покажу, есть такая перегородка. Сейчас будем открывать бассейн. Вам привет от Олин. Чтобы открыть ключик, уврих, ферме, открыть, закрыть, просто и процесс пошел. Держать уже не нужно, можно отпустить. И шторка открывается. Пока шторка открывается, покажу. У нее еще есть фиксация. У них есть. Так, вот здесь вот такие вот есть крючки. И эти крючки крепятся. Вот такая система. То есть вот можно закрыть. То есть это безопасность, чтобы дети там не упали в бассейн. У нас бассейн маленький, сможем. Скажем, совсем миниатюрный, но мне хватает. Ну вот, уже почти закрыла, почти идем, уже открылась шторка. У меня есть камера GoPro, когда-нибудь я, наверное, сниму, чтобы было более понятно. Ну вот, так, открылась.
И вот вы видите, да? Сейчас. Лишь бы не уронить телефон. Вот видите, вот, собственно, вот это, скажем, перегородка, освещение. Все. Лидо, оно закрутилось на эту... Лидо, говорю, жалюзи закрутилось на эту штангу. Вот, собственно, все. Очень просто. Вот с таким освещением более видно, что есть вот эта вот такая перегородка. Так, заработал фильтр. И пошли пузырьки. Видите, сразу же вода фильтруется. Для уровня воды у нас есть специальный такой аппарат. О нем я сниму видео потом. Так, теперь закрываем нашу наш бассейн, нашу шторину. Просто, но здесь уже нужно держать. Держать, почему? Объясню. Ну-ка, в целях безопасности, что должен присутствовать человек, что если там кто-то остался, чтобы он не остался за этой жалюзей. Так что вот. Закрывается, нужно держать, как я уже сказала. Повернула. Вот она сейчас выходит. Пошла, пошла, пошла. У нас она называется couverture verrouillée sécurité. Покрывало защитное. Ну да, защищает от всяких падений листочков и всего прочего. Фильтрация воды пошла. Как мне сказал Паскаль, где-то, я думаю, это каждый год, фильтр же постоянно включается, но это где-то будет 12 евро в месяц. Ну, не так-то много. Вот она закручивается, вернее, раскручивается. Сейчас дойдет до конца. Когда она дойдет до конца, она сама остановится. Так что вот это наша система. Все, остановилась. Заработал не только насос, но и помпа шалерка. Насос тепловой, потому что вода греется. Мы поддерживаем определенную температуру. Вот, даже несмотря на то, что жарко. Вот этот фильтр что-то там крутится. Здесь у нас фильтр. Песок мелкий, но можно будет поменять еще чуть попозже на какой-то другие средства. Фильтрация, полоскание и мойка. Ну, здесь мы все подписали. Мне сделают инструкцию. Циркуляция насоса. Вот. Сейчас открою. Ну вот. Это табло. Щит бассейновский. Ну и плюс здесь вот куча этих коммуникаций. Еще не закрыли этот колодец. Тут у нас куча всяких электричества. Но об этом я сниму как-нибудь видео попозже. Короткая ремарка у нас вокруг, что дерево, потому что у нас бассейн, он из дерева, каркас дерева, как называют, то есть от тюрбо. Поэтому внутри этот лайнер, как его, не знаю, называют для бассейнов. У нас просто маленький, небольшой. В круговую Паскаль сделал споты. Маленькие, большие, на пульту спот, можно менять цвет. Так что вот. Надеюсь, я все хорошо объяснила. Удачного просмотра. Ну, если что непонятно, пишите в комментариях. А байк выставляем на продажу. Продаем. Остается другой. Жалко, конечно, такой вот красавец. Но два байка — это перебор. С FGR будем прощаться. Всем пока.